Да, дорогой Раф, вот интересно, то есть получается у нас в десятке или в группе в целом, что есть товарищи, которые что-то делают, что-то не делают, но если мы соединяемся правильным образом, то это все покрывает. А как вопрос тогда нам все-таки правильно соединиться в условиях того, что, например, вот как здесь есть у кого-то нет ни вкуса заповеди, ни работы, а все-таки если он соединяется, то как? Если мы объединяемся так, что хотим помочь друг другу и быть связанными вместе, то мы не можем понять, кто из нас обладает такими свойствами, кто другими свойствами, если мы все хотим объединиться. Для того, чтобы с помощью нашего объединения подняться к Творцу, стать кли, на который он сможет облачиться. Тогда, ну, так это и происходит. Тогда мы превращаемся в эти четыре вида, соединенных вместе, на которые облачается Творец. Это символ. Нам нужно понять. Растения тут, трог, лав, рава — это только символы. Растений нашего мира, которые, ну, мы как бы с их помощью делаем что-то, говорим о них. На самом деле речь идет о четырех видах людей, которые умные, глупые, больше склонны к, в одну сторону или в другую сторону, не имеет значения. В общем и целом, все разные. Но когда мы объединяемся, мы восполняем друг друга. И это уготовлено свыше. Так что через объединение между нами мы восполняем друг друга до полного набора. Все, тогда Творец может полностью в нас облачиться и раскрыться. Ну, вот просто интересно, мы же, тем не менее, все равно требуем от товарищей, ну, какого-то, ну, более или менее одинакового отношения к цели, да, вот каждый день нужно быть на утреннем уроке, вот требуешь от товарища, а у него не получается никак приходить, а ты все равно требуешь. Так, может быть, здесь какой-то другой подход должен быть, ну, не требовать от него, а как-то потребовать объединения кого-то, исходя из его, вот, возможностей. Анахну цихим лельмот. Нам надо научиться, как мы можем быть в полной преданности, в общем и целом. А каждый уже сам постарается соответствовать своему собственному корню. Один в одном, другой в другом, третий в третьем. Точно так же, как люди в нашем мире. Есть умные, есть люди глупые, есть это быстрые, есть медленные. И так каждый восполняет себя через то, что если мы устремлены к одной цели, и каждый хочет достичь этой цели, тогда в общем и целом в нашей работе мы приходим к совершенству.